Поехали. Представьтесь, откуда вы, чем вы занимаетесь? Меня зовут Ксения Черных, я профессиональный астролог из Москвы. Как вы узнали о ювелирных украшениях Пьер? Через Инстаграм. Почему у вас появилось желание сделать заказ? Потому что я искала себе серьги, у меня было желание сделать покупку, посмотрела другие ювелирные салоны, мне не понравилось, не вызвало доверия. Решила залезть в Инстаграм, посмотрела несколько блогов и вот остановилась на вашем. Понравилось, что есть видео, что вы были там, Маруся, ну, вот, что было ощущение живого человека. А были у вас какие-то опасения или сомнения перед заказом? Ну, нет. Все было, в принципе, понятно, что вы сами их изготовляете. А с кем еще сравнивали какие-то другие предложения? Я не помню в Инстаграме, как называется. Ну, это нормально. Да. Еще один был блог, тоже ювелирная компания, они в Москва-Сити сидят, я только помню адрес. Ну и потом смотрела просто вот все доступные, которые там в торговых центрах находятся, тоже очень много разных. Хорошо. А какой результат получили? Довольно. Красивые очень серьги. Самое главное, есть доверие. И было интересно говорить. Марусе, мне Маруся прямо все рассказала, теперь буду знать про бриллианты. По шкале от 1 до 10, насколько вероятно вы рекомендуете Пьер своим друзьям и знакомым? 10, конечно. Обязательно еще что-нибудь приобрету. Спасибо. И последний вопрос. Да. Что можете сказать людям, у которых еще нет украшений Пьер? Что можно сказать? Друзья, не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. Деньги нужны для того, чтобы доставлять себе радость, наслаждение, красоту. Поэтому бриллианты — это то, что, на мой взгляд, должно быть, ну, как минимум у каждой женщины. Ну, мужчины — это уже как они захотят. Поэтому ну, приобретайте и кайфуйте. Спасибо. Умно. Ева, для тебя будет вопрос? Ты что-то добавишь? Ты же хотела какой-то вопрос. Понравились тебе кольца, серьги? Да. Или тебе лупа больше понравилась? Очень понравилась. Спасибо. Пожалуйста.